Всем привет, дамы и господа, и сегодня в своем новом видеоролике я решил сделать обзор на свой аккаунт, который за годы игры у меня нафарбился. Посмотрим, что у меня по уровню, что у меня по имуществу, что у меня по инвентарю, ну и оплатим, соответственно, мой дом. Начнем с самого простого, именно с промокода Левонти, который вы должны ввести на старте игры. Вы можете сделать это просто по команде slash promo, введя мой промокод. Вы получите на 5 уровне 100 тысяч рублей, на последнем, на 10 200 тысяч рублей. И, соответственно, при начале, при старте X2 опыт и X2 заработные платы. Начнем с самого простого вообще, что у меня имеется во владении. Во владении у меня дом. Под номером 161, цена его 250 тысяч рублей, плата за него 900 рублей. Он у меня на максимум вкачанный, в нем есть шкаф и все остальное. Начнем со шкафа. Посмотрим, кто прячется в шкафу. Естественно, прошаренные игроки КС скажут, что Дося, но в шкафу у меня запрятано то, что я не хочу вам показывать. Потому что мой дом не в таком состоянии, судя по всему, его кто-то грабил, а денег у меня восстановить его нет. Но скажу вам так, в инвентаре шкафа у меня были всякие шмотки прикольные, а именно там сумки Louis Vuitton и так далее. Что у меня имеется по автомобилю? Автомобиль у меня Mercedes E63 SV213 в полном тюнинге, абсолютно пока что не затонированный, пока что без оптики, но машина интересная, хорошая, с неоном, с аудиосистемой и с третьим чипом. Посмотрим, что у меня имеется по инвентарю. Самокат Xiaomi, который я получил из нового обновления, купил его 24/7. Могу вот так с легкостью передвигаться, будучи Человеком-пауком, не выпуская свою паутину на различные ненужные мне вещи. Вот. Шучу. Итак, аккумулятор есть для самоката, могу заряжать. Маска есть, аптечка, но это дефолт. Ремкомплекты, одежда, у меня скин есть Путина. Тоже очень дорогой, стоит он, по-моему, 5 миллионов мне давали за него. Вот, и какая-то еще одежда у меня, насчет нее не знаю, какой-то зомбарь. Ну, стоит он, по-моему, дешево, но выпадал он мне точно с рулетки. Маска Тревора, фиолетовые очки, голова курицы, сумка на пояс TNF плюс Supreme, гитара Джексон, жетон на постирку одежды, наушники AirPods Pro Max, очки Майнкрафтера, нож на ногу, золотые часы, скейтборд Amazing. Я не знаю, что вам это говорит вообще и дает, но, по сути, скины и инвентарь у меня неплохой. Плюсом в призах, что у меня вообще лежит за все вот это время. Итак, окраска на оружие, хоккейные маски, скейтборды, рецепты. Даже не знаю, что-то интересного могу выделить панаму. Но это все из-за того, что я крутил рулетки долгое время, и мне особо-то ничего не падало. Вот, фиат у меня лежит. Окрасок у меня тут дофига, конечно, вообще не спорю. Рецепты. Лицензии у меня, к сожалению, нету. Наличности у меня тем более уж нету, откуда у меня будет наличность. Кредиты, насчет кредитов тоже сказать не могу, у меня их нету. Насчет VIP-статуса, у меня его нету, но есть военный билет. Снять 3 звезды розыска, повысить законку и снять все судимости, это интересно. Но VIP-ок точно нету. Из одежды что могу выделить? У меня очень много скинов, это скины в зиму, PUBG. Какие-то скины террористов, я не знаю, что это такое. Зомби 2, скин Человека-паука и скины всего остального. Ну, такая фигня. Номеров у меня на трансферт абсолютно никаких нет. Комплектов у меня абсолютно никаких также нет. Рулеток нет, зато есть оружейные скиллы, но они мне нужны. Но, кстати, обратил внимание, что они всаживаются постепенно. Вот если не стрелять, типа ничего не делать, они у вас сотки понижаются до 86 и постепенно вниз и вниз. Я не знаю, я хоть и работаю в ФСБ старшим оперативником, но оружие не так часто мне приходится использовать, хотя оно у меня есть. Но не у меня в руках сейчас. Донат. Донат счет у меня пустой, амазингов у меня нету. И посмотрим мою статистику все-таки. 14 уровень. Я как бы не очень часто играю. Как бы не очень часто кайфую на этом сервере из-за того, что у меня есть пары, своя личная жизнь и все остальное. Но если в свободное время, то я всегда нахожусь на этом сервере. По наличному у меня 772 тысячи, раньше было 1 030 000, но я все всрал. Деньги в банке у меня 114 тысяч, такой типа я бич. Вот, телефон у меня красивый, 637, покупал я его очень давно и менять его не собираюсь, поэтому если вы будете на сервере, то добавляйте мой номер в номерную книжку. Военный билет имеется, розыска нет, законка, естественно, сотка. Судимости, наркозависимости и бизнеса у меня нету. Работаю я в ФСБ старшим оперативником, работы нет, хотя она есть. Компании нет, проживание в доме, семья, к сожалению, нет.
Вот если вы будете играть, то мы обязательно создадим семью и посмотрим, что можно с вами будет поделать. Давайте съездим, оплатим наш дом, потому что я завтыкал и уже долгое время не заходил на проект. А дом надо оплачивать как можно гораздо чаще, чтобы не А, втыкать. блядь. Ну вон, видите, там чел тоже на Ешке, как бы он такой. Да блин, говорит. Что-то они за мной не успевают, не угоняются. Ну ладно. Едем, значит. Включим оптику, естественно, все вот это. Чтобы была подсветка, чтобы было солидно. Сейчас оплатим наш дом. Посмотрим вообще, насколько там его можно оплатить. По-моему, я его недавно оплачивал. Там можно дней 10 максимум будет продлить, я думаю. Сейчас оценим. На домашнем счету у нас, вот видите, 22 дня он оплачен, 8 дней. Ну, сейчас пропишем по максимуму. Сейчас вам покажу ЛФК, как определяется, насколько надо оплачивать дом. Вот видите, вы не выказали неверное количество часов. Указываем 720, и вам пишет 183. Указывайте, вам пишет, сколько надо закинуть на банковский счет. Подходите, пишите положить деньги, вводите эту сумму и оплачиваете ваш дом. Все очень просто, если у вас там даже квартира, эта система также аналогично там работает. Все, дом у нас оплачен. Это отлично, это не может не радовать. Ну, впрочем-то и все, я не знаю, что вам еще показать, наверное, покажу вам свой промокод. Я уже снимаю очень давно, хотя и создание даты промокода у меня всего 20 апреля 2020 года, уже считайте почти 2 года, и мысли. Да, по-моему, почти два. Нет, уже 2 года, да? Уже 2 года моему промокоду. Это вообще жесть, ребят. Так что не забывайте его вводить. Слэш, типа, слэш промо Левонти. Это очень хороший промокод. Ну, естественно, вы можете посчитать 1464 умножить на 50 тысяч. Сколько у меня было бы всего денег, если бы я не тратился на нужды и съемки видеороликов. Вот. Таким образом, подведя итог, еще могу посмотреть, наверное, по статистике какие-нибудь интересные моменты, но у меня тут ничего нету, лицензии и все остальное нету, сеттинги сами можете пролистать, посмотреть, они у меня дефолтные, только я сделал страницу главного меню, чтобы она сразу выводила меня на инвентарь, вот, но больше-то у меня ничего по сути-то и нет. Как бы оценивайте, я считайте близок больше к народу, к народным массам, так что я не жиру на этом проекте, я снимаю именно для вас, поэтому можем начинать вместе с вами подниматься до небывалых высот. Ну и с вами был я, Отличник Лайф. Не забывайте вводить мой промокод Левонтий. И всем до новых встреч. Всем пока-пока.